что оказалось за спиной, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенную стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели стерт, и потому диван в углу сверкал коричневой кожей, словно желтый. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка, в раме запыленной застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом